Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня нашел для вас отличнейший проект, называется Siena Network. Проект уже привлек более 12 миллионов долларов от институциональных инвесторов. Я думаю, друзья, вас проект этот заинтересует, потому что Siena построена на Secret Network, основанный на Tendermint, цепочке в экосистеме Cosmos, которая использует смарт-контракты, сохраняющие конфиденциальность. Это позволяет сообществу Siena в частном порядке обменивать, одалживать и конвертировать свои токены в их эквивалент. Сеть функционирует так же, как и любая другая система DeFi, но при этом использует Siena Swap. Транзакции являются частными, а не общедоступными для всех. Siena помогает получить доступ к блокчейну, сохраняющему конфиденциальность, удобным для пользователя способом, благодаря присущей блокчейне структуре конфиденциальности. Siena не сохраняет ни регистрационной информации, ни данных кошелька, ни данных транзакций или что-то еще. Он даже не отслеживает информацию с веб-сайта и не передает никакой информации третьим лицам. Поэтому, друзья, безопасность, конфиденциальность, децентрализация – это будет все в этом проекте. Пользователи смогут обменивать любой частный токен, называется SNIP20, на Siena. SNIP20 – это спецификация для частных взаимозаменяемых токенов, основанная на Cosmos VASP – секретной сети. Если у пользователя нет частных токенов, они могут использовать мост Secret Network для обмена своих токенов на частный эквивалент, а затем снова конвертировать их в любое время. В настоящее время мост поддерживает Ethereum и скоро будет поддерживать Polkadot, Monero, Cosmos и Binance Smart Chain. Siena выполняет долгосрочную миссию по защите конфиденциальности пользователей и предотвращению кражи личной информации. И давайте, друзья, расскажу, как это все будет работать на практике. Допустим, у вас есть Ethereum, ETH, он будет становиться S-ETH, то есть уже секретным. И допустим DAI, у нас будет становиться уже S-DAI и так далее. Затем их можно будет обменивать на Siena Swap или преобразовывать обратно в исходную форму. Затем пользователи могут торговать через Siena Swap, используя пару токенов Siena Plus, Secret Token, S-DAI и S-Ethereum по своему выбору. Siena – это чистый токен SNIP20, а токен SDAI – это токен стейблкоин, да, то есть стабильная монета. Здесь еще можно будет зарабатывать на ликвидности 0.28% от своей доли дневного объема. Так что, друзья, интересный проект, советую с ним также ознакомиться. И здесь у нас есть много сайтов, которые пишут о данном блокчейне, о данной свапке, о данном проекте. Здесь у нас есть Yahoo Finance, Forbes. Можете также переходить, ознакомливаться. Здесь все подробнейшим образом расписано. Так что переходите, ссылочки здесь на сайте все есть. Вот будет свапка, Siena Swap, баланс, ESBTC. Здесь, в принципе, простой будет интерфейс, ничего сложного нету. И здесь будет просто легко все обменивать. Да, видим, какие у нас есть также скриншоты. Сайт у нас информативный, здесь есть у нас промо-ролик, можете также ознакомиться. Хочу отметить, что уже есть кучу листингов, это Uniswap, PancakeSwap, есть уже топовые биржи, также своя еще свапка, Siena Swap. Я думаю, такая штука вам пригодится в будущем, потому что это все будет анонимно, децентрализовано, и в будущем это все будет нам больше и больше нужно. Еще хотел бы отметить, что, друзья, у нас есть крутые биржи, такие как MEX Global, Hotbit, Gate.io. Есть уже, конечно же, листинги на CoinMarketCap, CoinGecko. Давайте перейдем, посмотрим. У нас токен ERC20, цена практически 5 долларов. Неплохие суточные объемы, больше 1 миллиона долларов. Проверено у нас, друзья, все с сертиком. В избранное добавили больше 3000 человек. И видим, какие крутые биржи уже добавили себе этот токен. И там он торгуется. Видим, что хорошие здесь у нас везде объемы. Холдеров у нас не так уж и много пока что. Но уже больше 1000 есть. И видим, что уже все проверено изерсканом. Есть логотип. Добавлены здесь у нас есть все ссылки на социальные сети и на сайт. Вот как выглядит сам свап Siena. В принципе, простой интерфейс. Я думаю, ознакомиться здесь не будет труда. Ссылка будет в описании. Переходите, друзья, ознакомьтесь. И после того, как ознакомитесь, разберетесь с этим проектом, напишите, пожалуйста, комментарий под роликом, что вы думаете о данном проекте. Мне будет это очень интересно. Здесь мы сможем использовать кошелек. Кошелек, я думаю, возможно, вы еще о нем не знаете. Сейчас покажу. Здесь у нас, да, различные токены есть для депозита. Да, и видим, как это все у нас получается. Мы загоняем сюда обычную монету какую-то, и у нас уже становится она секретной.
анонимной, да? Классная штука, друзья. Мне кажется, это будет в будущем пользоваться хорошим спросом. Торговые пары, я думаю, будут со временем добавляться. Можем подключить сюда кошелек, Secret Network. Кошелек, получается, у нас идет к Apple. Это у нас идет кошелек на космосе. И можно уже скачать себе для Google Chrome, ставить себе расширение. Я думаю, вам точно пригодится в будущем. Нужно будет скачать и попользоваться, поюзать его. Здесь есть все описание по этому кошельку. Здесь, как я уже говорил, можно зарабатывать еще на предоставление ликвидности. 0.28%, в принципе, ну, нормально, да? И здесь еще классная штука, что 0.02% торговых сборов отправляется на кошелек, контролируемый Сиена, который каждый квартал берет эти токены и покупает Сиена по рыночной цене. Получается такое себе сжигание. Да, и после этого токены Сиена отправляются на смарт-контракт с блокировкой на 10 лет, и потом эти деньги будут направлены на что-то, что они потом через 10 лет надумают. И видим, какие у нас есть партнерства, их очень много. Социальные сети, подписываемся, отслеживаем информацию, есть у нас white paper, аудит. Со временем будут добавляться различные блокчейны, Binance Smart Chain, Monero, Polkadot. Я думаю, этот список будет постепенно расширяться. Давайте еще посмотрим с вами дорожную карту. У нас все началось с первого квартала 2021 года. Приват сейл, который был довольно успешный, там и паблик сейл, приват сейл, собрали больше 12 миллионов долларов на развитие этого проекта. Проект очень быстро начал развиваться, и уже на таких топовых биржах есть, как Gate.io, MEXC, Siena Swap 2.0. И видим еще, что у нас будет еще связан проект еще с NFT, мост будет работать. Ну и планы, получается, со временем будут уже новые добавляться, и дорожная карта будет расширяться. Друзья, на этом у меня все. Всем, кому был интересен данный ролик, ставим лайк, подписываемся на канал. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете о данном проекте. Полезен ли он будет для общества или нет. Пишите, ставьте комментарии, ставьте палец вверх. Мне очень будет приятно. На этом у меня все. Всем, конечно же, профита. Пока-пока.